Я попала в очень уютное и удивительное кафешко. Она находится недалеко от рынка, там, где мы живем. Полностью у них куча всяких разных видов кофе. Нам сделали замечательное капучино и латте, то, что здесь такого еще не видела. Очень красиво оформили, очень красиво сделали. Если вы находитесь в Синьчанге, посетите обязательно это кафе, и вы просто будете в восторге. Оно реально очень-очень красивое и атмосферное. Короче, мы заказали кофе, мы заказали капучино вот это и латте макиато по 40 долларов. Такой вот латте с печеньюшками были, Oreo. Я так поняла, у них все обосновано чисто на кофе. Арабий фраппе, прям целая страница, наверное, это вообще. Айскрим. Смузи. Тоже айскрим. Джуз. Софт-дринк. И десертики. Можно что-то покушать взять. Омлет, там роллы. Но кофе здесь реально изумительное заведение.